Венгерские фермеры в начале 17 века задумались о выведении собаки, способной не только пасти скот, но и заниматься охотой и охраной подворья. Муди вывели путем скрещивания разных пород – немецкая, хорватская овчарка, венгерская пуми. Ближе к концу 19 века порода обрела свой настоящий внешний вид. Времена Великой Отечественной войны внесли свои коррективы, и порода практически была истреблена. Но благодаря упорству венгерских разводчиков, в середине 60-х годов 20 века удалось восстановить популяцию муди. Эта порода собак не очень распространена по миру. В основном их разводят в Венгрии, но и в США есть небольшое количество представителей данной породы. Муди – это, как правило, овчарки небольшого размера. Голова у них обычно клинообразной формы, которая немного уменьшается к носу. Череп немного куполообразной формы, слегка объемная морда, глаза заостренной формы, темные, круглый узковатый нос, прямостоящие уши, зубы небольшие, имеют ножницеобразный прикус. Корпус компактный, спина всегда прямая, мускулистая длинноватая холка. Грудь с малозаметным изгибом, хвост высоко посаженный, лапы средние, но с выраженной мускулатурой. Шерсть короткая, на голове муди, а также на передних лапах шерсть гладкая, а вот по корпусу слегка волнистая. Шерсть муди может быть нескольких окрасов. Черный, белый, палевый, пепельный. По стандартам рост кобелей варьируется от 43 до 45 сантиметров. У сук от 40 до 42 сантиметров. Вес взрослых муди колеблется. У сук от 8 до 11 килограммов, у кобелей от 11 до 13. В связи с тем, что муди выводили для охраны скота и подворья, эти собаки по природе своей недоверчивы к незнакомцам. Они могут не только облаять постороннего, но и укусить, если посчитают это необходимым. По характеру это бесстрашные собаки. Стоит напомнить, что эти собаки однолюбы. У них может быть только один хозяин. Поэтому стоит весьма скрупулезно относиться к воспитанию муди. Им необходима как можно более ранняя социализация, строгое воспитание, но ни в коем случае не с применением грубости и криков. Но остальным членам семьи не стоит переживать. При правильном воспитании муди будет их уважать и слушаться. Если в вашем доме есть еще домашние питомцы, то муди будет к ним благосклонен. Но только в том случае, если они росли вместе. Огромное внимание стоит уделить прогулкам и активным играм. Ежедневные прогулки можно разнообразить обучением различным трюкам. Отменное качество охранника, смелость, сила, звонкий лай сделают муди прекрасным защитником вашей семьи и дома. Ввиду небольших размеров представителей данной породы, их можно содержать как в частном доме, так и в квартире. При содержании в квартире муди следует выделить отдельное спальное место. Также у него должно быть достаточно места для движений. Эти собаки любят бегать и прыгать, поэтому будьте готовы к частым прогулкам на улице. Если вы думаете держать собаку в частном загородном доме, то не садите ее на цепь. Муди слишком любят свободу движений. После прогулок достаточно будет протереть лапы, хвост и живот собаки влажным полотенцем. Часто купать не рекомендуется. Шерсть можно расчесывать хоть каждый день специальной металлической щеткой. Но не переусердствуйте. Следите за состоянием ушей, глаз и когтей вашего питомца. Каких-либо наследственных или характерных именно для этой породы собак болезней неизвестно. Главное – вовремя делать все прививки и следить за состоянием здоровья вашего питомца. Как и всем овчаркам, муди необходим правильный сбалансированный рацион питания, в который должны входить все необходимые жиры, углеводы и белки. Постарайтесь, чтобы ваш питомец получал в пищу продукты животного происхождения – мясо и его субпродукты, молочные изделия. Также добавляйте в его рацион каши, овощи, фрукты. Кинологи рекомендуют давать вареные яйца, рыбу без костей и сыр. А вот сладкое, копченое, острое, хлебобулочное изделие стоит исключить из рациона муди, иначе ваша собака может заработать аллергии или болезни желудка. Помните о миске со свежей водой, которая всегда должна быть в поле зрения вашего питомца. Также вы можете перейти на кормление сухим кормом, который имеет в своем составе необходимые собаке микроэлементы. Муди – собака универсальная. Это и прекрасный компаньон для прогулок, и отличный охранник вашего дома и семьи. Весьма подвижные собаки, которые безумно любят активные игры. Поэтому вы можете брать их с собой на пикники, на утренние пробежки и тому подобное.